А спонсоры этого видео — группы ВКонтакте Rome Total War и игры о древнем мире Rome Total War. Вы тут найдете ссылки на других ютуберов, мои ссылки в ближайшем времени уже на игры о древнем мире. Там есть моя ссылка на мое видео. Ну и я думаю, скоро здесь появится тоже моя ссылка. Интересные фотографии в этих есть группах. И будут скоро как раз-таки гайды. Точно о играх древнем мире гайды тут будут. А вот о Риме тут я ничего не знаю. Ну, мы начинаем видео. Приятного вам просмотра. Всем привет, с вами я, Ремис. Мы сегодня продолжаем играть в CSGO. Мы сейчас играем на карте Vertigo за спецназ. Я надеюсь на то, что у нас получится здесь выиграть. Ну, у нас одного игрока не хватает, и нам только на то, что... Так, снайпер убил. Еще одного убил. Ну, у меня неплохо получается убивать. Так, дэш. Меня убили всё-таки. АВП возьму. Попробую с АВП поиграть. Я недавно купил как раз африканскую сетку в Steam. Так, я для этого пошел первый. Я за ним. Ух ты. Обошли меня они вдвоем. Всем привет. Привет. Следующий власть. По одному давайте. Кто следующий? А, лучше. Так. Вот этот пистолет куплю и световых гранат. И пойду на Б. У нас два на А, два на Б и один на миду. Хорошо. Ого. Боб, ай. Да. Все, идем уходить. Вот кто как сейчас? Я же его должен был... Чего-то не смог его слепить. Или он просто чуть дальше гранат был. F7 вроде это. Ну, по звуку выстрел туда. Или P... Не, это не P250. Интересно, где же этот последний, который меня убил? Ну все, ты убит. Вот что по вашему решению лучше, USP или Glock? Смотря в чем сравнивать. Не, ну просто вот что бы ты взял, Glock или USP? А для чего? Для Раша, то скорее всего USP. Так, у нас тут никого нету пока что.
у нас заканчивали. Би. На А есть. Как, я же уже спрятался, типа. Я его не видел. Он должен был, по идее, тоже меня не видеть. И не попасть. А, сейчас давно я видел. Это А. И что они здесь ходят, если не слышат бум? Они странные. Минус 90. Так, у меня 1750 долларов. Теперь 750. Не очень много. То куда? Я тогда на Б. Надеюсь, они все-таки выиграют этот раунд. Прикольно. Вот мне интересно, как сильно так упустил его наш синий. У синего 7600, и он, ну, тут богатый. Он самый богатый из всех нас. Так, на Б у нас никто. Угу. Блин, не успел ты. Правильно. Получил флешку, нужно туда уходить. Bomb has been planted. Ну, алоха. Века. Ну, не надо было ему лезть, он не справился с ним. Лучше оказ все-таки сейвил. Так, новую покупаю. Ну и все, денег не хватает. Угу. Это плохо, потому что денег не хватает. На мид так и никто не пошел, я тогда на мид. С чего взяли то, что это А будет все-таки? Ну, неплохо у меня получилось к ним зайти. О, убил.
Обидно то, что у меня не получилось убить второго. Ну ладно. Главное то, что я троих или двоих отвлек на себя. Ну, одного я убил. И там уже оставалось двое, которые могли уже убить наши. Кто раньше не стрелял по нему? Нажимай. Ну, блин, зачем? Не лезьте. Орал там. У них бомба, им не надо лезть все-таки. Обходит. Красава. Ну, молодцы, что я могу еще сказать. АВП. И все. Одно АВП у нас. Понятненько. Deploying flashbang. Throwing fire. Запрыгивать здесь надо. Они там. Так. Ну и все. Еще на миду. Так, минус. На точно один. Пойду, короче, на Б. Буду помогать. Тем более у нас тут на снайпер. Он тут. Слева. И зачем лес? Я ему АВП не отдам. Моё теперь. Я зацелил. Значит, моё. Я никто не просил. Ждем, когда кто-нибудь пролезет сюда и получит патрон. Ну, чё-то на миду сильно расшумелись они. Подловил все-таки. Но это не очень хорошо было. Блин, нужен был дымовую. Ну я тогда к оранжевому. Че, он понял? Да, он понял. Молодец. Опаньки. Так, перезарядка.
Куробак, блю, куробак, куробак. Ай-яй, по флешку попал-то. Да как я думал, так не попал. Чё наши не убивают его, не стреляют по нему, оказывается его там сняли. Как я так упустил? Интересно, как я так убил противника гранатой хорошо? Ровно куда нужно было попал гранат. Вот прикольно на самом деле. Есть 50 HP. Я надеюсь на то, что он не затупит, и он выиграет раунд. Потому что я тут... Нет, он затупил. Бывает, что... Эх, так. Touch him 45. If you touch him 55, he should be dead. Вон там бомба. Пойду, короче, там. Пойду противник. Так, спасибо за АВП. Очень хороший подарок. Благодарю за него. Как там на Б? Так плохо там все. Ну капец. 2-3. Как? Сейв. Ах, я не попал. Сейв. Ну, его убьет сейчас наверняка. Нет, не убил он его. Уходи отсюда. Ты его можешь взрывом зацепить, и он умрет. Ну, чё-то за снайпера мне не очень получается играть. Ну, бедненько. Туда. Ложную. Ох, как жестко на миду. Пошел на мид, потому что у нас на миду никого. Ну, тут пока спокойно. Класс. Его... Как за тайминги такие? Ну, знаете, он как-то странно играет. Очень странно. Потому что... Откуда знал, что я именно тут пойду? Откуда он знал, что наш сейчас пойдет здесь? Это как-то странно. На миду буду. Так. Надеюсь, синий тупить не будет и не умрет быстро. Но, скорее всего, он быстро умрет. Где синий? То, что ждать нужно было. Ожидаемое это на самом деле. Минус.
и не получилось убить. Минус 45. То есть я 3 попадания на 15 хп его. Не лезьте. Но он должен сам к ним прийти. Потому что у них бомба, они ее видят, контролируют. Blue cover T-spawn. О, окей, I cover T-spawn. Ну зря фиолетовый ушел оттуда. Ему нужно наоборот там сидеть. Потому что он видел бомбу, а синий он не видит. Ну, он не будет лезть, он не дурак, и у него вроде АВП был. Так. Фэлс. Некая 20 сидник. Один покинул, второй кит, второй был самоубийцей. It's B. А что это? It's B. B так следит. Убил. Да блин, предупреждать, когда флешка. Ой, эй. Так, у меня теперь АК. Ну, можно тут теперь посидеть, подождать их. Даже не их, а его подождать. Давай, я тебя жду здесь. Вылазь в это окошко, я тебя убью. Не закатил. Для нас минус слабую роль сыграл сразу минус 2 игрока их. Ну, прикольно на самом деле. Еще три раунда и у нас минус 1. На Б кто? Я надеюсь, он тупить не будет. И он уйдет. Нет, он не хочет уходить. Так. Ну все, идем на Ан. Hold the line. У нас там бомба. Они не пройдут. Мы тут хорошо занят позиции. У нас сразу этот проход и этот контролируется. He's right to me. Перезарядку. Ну и все, жду. Ну, видно, нет. И
Или все-таки нельзя сюда? О, ясно теперь, где у нас последний. Пошел вон. Пытался меня на нож взять. У нас опять на Б никто. На Б никто. Что мог, зеленый собрал. Мне жалко его даже стало. Давайте вылазьте отсюда. Так, флешка. Минус. Кто следующий? Синий на Б вернись. Боже, давай, вылазь оттуда. Я знаю, он там. Или все-таки ушел? Ну, походу ушел. Да, он ушел. И вот он. Есть убийца и две помощи. Кто там? Угу, синий выше меня. Это нужно исправить. Нельзя, чтобы синий был выше меня. Да и фиолетовый тоже. Туда смолк сразу дам. И пойду на... Нет, я не пойду на Б. Пойду на Стамбул. Ух ты. Ух ты, пух ты. Как тебе моя граната? Эх. Не успел развернуться. У него шансов особо нет на победу. Потому что он 1 в 4. Это, как правило, почти нереально. И тем более они не знают уже, где он. Тем более офигенный смоук там был. Ого, не заметил его. Last run, don't save, last run. Back. Try it, I'll. Взяли, мы не взяли этот раунд. Должны будем другие раунды взять за тэшников. Я даже не видел то, что последний раунд. Я когда посмотрел, он уже бежал на сейв. Нет, я не буду ничего из этого покупать, я вот так делаю. Everybody A for the first round. Everybody A. Блин. Throwing flashbang. Так. Я вхожу. Тут никого. Дальше.
Чё-то плохо у нас фонариками сейчас. Ну, надеюсь, я... Надеюсь, на победу. Ну и как правило я покупаю Галил. Галил это мощь. Галил сила. Пожби. Да, у меня. У меня уже это оранжевое ходит. Обидно. Флешку пошел. I'm laying down some smoke. Да чё зеленый его не убил? Капец, как тупил зеленый. Ну, молодец. Ну, обид то, что он всё-таки не убил его. И умер. Ну, радует то, что он помог успеть. Скорее всего взяли. Да. Если бот, ну, игрок, который за боты. А, это фиолетовый убегал. Если фиолетовый не стал бы убегать, а стал бы фьюзить, то у него скорее всего получилось. Guys, I'm alone on B. Throwing a flashbang, gonna plant. Ай-яй-яй, флешку поймал. Throwing flashbang. Буду удерживать тут этого противника. А, не получилось. Ну ладно. Главное наши взяли. Это там. Ну, здесь осталось. Так быстро синий там оказался. Go A. Same push again. No, no, same push, same push. We go A after. Okay. Trust me, guys. Let's go. Ну, я гранат нет, к сожалению. Throwing flashbang. Flashbang. К сожалению, или сейчас. I'm laying down some smoke. Так. Вдвоем взяли его. Easy. Nice. Setting the bomb. Чё-то быстро мы их взяли. Перестреляли очень быстро. Now everybody A. Одного игрока нет. Let's do this thing. Come on. I'm throwing smoke. Так, отвлекающий маневр. И ухожу на. Let's burn it to the ground. Я здесь пока сижу, потому что тут.
найти. Гранат! Это 100%. Кстати, у нас никто так и не умер. Получилось догнать его. По крайней мере, по нему открыть огонь. Ну ладно. Go top. Be with the top. Top stairs. Если мы будем потом, то это очень легкие раны будут. Потому что у них не будет сейчас на подождение. Вот под моей флешкой. Флешкой моей умер. Никого. Nice best, Gosh. Nice best. Не успел уйти оттуда. Еще 3 раунда. Ну, пора АВП здесь. С АВП поиграть. Go A. Окей. Опять сейчас скидочку делаю. Так, сначала смог, потом флешка. А я не то же сам сделать. Почти. Тоже кинули смок. Но без флешки. I got the bomb, I forget, I'm sorry. Давай, вылазь кто-нибудь. Bomb has been planted. Ну вот, блин, за огня не очень сильно все и минус. Кто следующий? Это свой. Он здесь пойдет. И я его убил. Same again. Угу. 2 раунда осталось. И у них так и не подключился один игрок. Ну, для них это плохо. Не поиграл тем самым. Опять я делаю раскидку. Но в этот раз я не убегаю. И ну это, блин, капец, какой хороший. He's smoke on top of the boxes. Для нас. I'm lighting it up. Нет, next to the point. Синий сзади будет. А, не получилось уйти. Ну, для синего игра очень тяжелая сейчас. 5 хп, 1 на 1. Take the bomb. Nice, very nice. Красавчик. Так, все, решающий раунд. Мы должны победить. Вот эти ВП, это 9. Ну, почему так 9 сейчас я взял? Потому что вы видели, как я взял этого игрока. Вроде ни разу не попал в него. Там никого.
противник передал флешку. Итак. With the knife, the last one. Ух ты. Войдет. Let's set this place on fire. Let's burn it to the ground. Fire in the hole. Я кинул. Зеленым. Зеленым, почему не плантим? У него бомба была, я не ставил бомбу. Молодец вообще. I'm laying down some smoke. Так, флешка. Он пошел. Throwing flashbang. О, моя ВПшка. Молодец. Very nice, guys. Very nice. О, их не вот заблокировали на 15 минут. Победа. Прикольно. Ну все. Выхожу. Так. Так и так. Не. Аук. Использовать вот эти два СГ. Нет, три СГ. Один ЮМП. И у меня только 5. Ага. А, у меня есть песчаные дюны. Угу. МП5 брызговик у меня есть, который я не использую как скин почему-то. Но он у меня стоит на самом деле. Сам то, что сейчас его нету. Ну ладно. У меня только, значит, 6 свечей. Для обмена есть. Ну, так все. Ну, на этом буду заканчивать это видео. С вами был я, Леонид. Всем удачи, всем пока.